Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Gemstone Deal. Сегодня я буду вам объяснить опал, какой там качество есть, какой там видов есть. Специально люди, которые хотят купить в базарчике, их не обманули. Потому что если вы покупаете сами драгоценный камень, который опал в опал есть, это fire opal. Если вы хотите купить вот это опал, дорого стоит, который цена есть дорого стоит. Но вы получили какой-то другой вид, и там есть не такой цена, и они получили от вас вот эти деньги, не сдавали такой вещь, которая вам надо была. Поэтому это надо обязательно узнать, какой там видов есть, какие там цена есть обязательно. Это надо узнать. Самое первое, это есть fire opal. Называется fire opal на английском, and you, вы можете просматривать на видео, какой там есть, там написано, что fire opal это. Это опал, если вы будете купить, снутри вы будете смотреть, там fire есть. На английском fire говорят, огонь, fire говорят. Там вы будете смотреть, какой это специальный glittering, shining в камень. Это называется fire opal. Бывает цвет, черный бывает, шоколадный бывает, и белый тоже бывает. Желтоватый белый тоже бывает. Вот такой там цвет бывает. А камень, самый хороший цена, который дают, это черный опал или шоколадный опал есть, который $100 до $200 можно карать купить. 10 или 15 штук можно купить вот эту цену. Вы не перепутаете, когда вы покупаете, надо такой вещь, такой платить надо, то, что есть. Поэтому я это видео специально для вас делаю. А второй вид есть у нас гидроопал. Гидроопал, там вы видите, fire это немножко там есть. Если вы посветите, будете посмотреть, тогда вам видно будет. Но там есть какой-то молочный, какой-то есть гидро, вам видно будет, чтобы там есть какой-то вода есть там. Такой ситуация вам вы видите. Поэтому называется water opal, гидро опал. Поэтому это называется. Вот это опал, который называется гидро опал, у них цена бывает самый хороший. Цена там будет 5 до $10 всего, вы будете на карат платить. А вы смотрите сейчас, там fire opal и water opal и гидро опал, там какой цена разница есть. Если кто это дает вам water opal или гидро опал, или вы хотите купить fire opal, он получает от вас очень много деньги и дает вам вот это гидро опал. Вот это обязательно надо узнать, который я вам хочу объяснить, чтобы вы не перепутали, не обманули вас. Третий вид есть у нас, там никакой fire не будет, никакой там вода вам видно не будет. Там простой камень есть, так и как других есть. Но свет есть там, розовый есть, белый есть, черный есть, желтоватый есть. Такой свет вы найдете. Но это там... Там свет не входит. Если вы хотите, свет внутри подходит, там не подходит. Потому что это опек камень. Там ничего не видно будет внутри там. Поэтому это называется опал. Это simple, простой опал называется. Там никакой fire не будет. Никакой вода не будет там. Не видно будет там такой ситуации. Цена там $2, $3, до $5 можно хорошее качество купить в базарчике. Но, дорогие друзья, я хотел вам объяснить какую-то хорошую информацию. Обязательно вам надо было, когда вы хотите купить какой-нибудь камень. Я думаю так, что вам это нравится, вот это видео. Если вам нравится, сделайте лайк и шер, и сделайте subscribe. И нажмите кнопку bell icon button, чтобы вам сразу то, что я набор сделаю, вам
ви получили сразу вовремя и получили вот это какой-то полезный эффект. Спасибо, до свидания.